Всем привет! Сегодня я буду делать грибы из ваты. Но не просто грибы, а сказочные домики для маленьких гномов. В данном мастер-классе я буду использовать не только вату и клейстер, а еще воздушный пластилин или так называемую самозатвердевающую глину, которую можно купить в магазинах для творчества, в канцтоварах, но лично я ее приобретала на Валберес. От себя хочу поблагодарить всех тех, кто смотрит мое видео. Если оно вам будет хоть немножечко чем-то полезно, я буду очень рада.